Добрый день. Продолжается Positive Hack Day, крупнейший открытый фестиваль кибербезопасности. Напомню, что все, кто в Москве, пожалуйста, сегодня и завтра приходите в парк Горького на этот фестиваль информационных технологий, информационной безопасности и кибергигиены. Но мы здесь рады быть в специальной зоне стендоффа, нашего киберполигона стендоффа. И сейчас мы встречаемся с замечательной компанией, которая 20 лет на рынке, которая обеспечивает своими решениями очень большую часть банков, возможно, и вашего банка тоже. Это компания ЕКАСИР. И в гостях у нас Алексей Зотов, генеральный директор. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Юрий Курдюков, руководитель направления Identity и Open API. Мы поговорим об этом, что это такое. В первую очередь хочу сказать, что действительно решения ЕКАСИРа интегрированы в киберполигон стендофф и тем самым проходят проверку безопасности. Расскажите, пожалуйста, почему пришли к нам, почему захотели участвовать в стендофф или откликнулись на наше приглашение? Каковы цели участия? Да, здравствуйте. Ну, я могу сказать, что у нас давний интерес был и взаимный интерес с компанией Positive Technologies в том, чтобы Positive Technologies, соответственно, поставить наше решение, потому что мы крупная компания, которая подставляет решения для банков. Да, соответственно, у Positive Technologies появилась хорошая возможность получить возможность проверить на наших решениях реальный кейс с проведением платежа. Соответственно, сейчас на стенде, который вот ломают хакеры, установлены три наших решения. Первое решение – это Payments Hub. Соответственно, наше решение для проведения платежей. С помощью этого решения можно через множество каналов провести платежи, будь то, соответственно, мобильное приложение, будь то нативное приложение, интернет-банк, мобильный банк, банкоматы или прямая интеграция по API. Соответственно, мы принятые платежи можем отправить очень большому количеству адаптеров. И вот один из этих адаптеров, это наше второе решение, оно называется, соответственно, адаптер для СБП. Соответственно, с помощью него можно провести систему быстрых платежей. Наша компания является и, как бы, и до сих пор является одной из первых компаний, которые проходят сертификацию по новым спецификациям. Соответственно, у нас полный набор стандартов, то есть это Me2Me, от пользователя к пользователю перевод, как бы C2C, да, то есть от одного пользователя к другому пользователю, C2B, B2C, и даже есть поддержка, соответственно, платежей в пользу государства. Вот. И третье наше решение, оно называется Identity платформа. Это наше решение, которое посвящено кибербезопасности. Оно состоит из двух частей. Первое обеспечивает безопасную процедуру аутентификации, и второй момент обеспечивает защиту сервисов. То есть это наше решение, которое мы сами используем внутри компании для защиты и проведения аутентификации. И вас уже успели хакнуть? Давайте использовать такую терминологию на нашем мероприятии. Да, мы смотрим на отчеты, да. Мы можем сказать, что мы были к этому готовы, да. То есть это первый наш опыт в участии в такого уровня мероприятий, где не там одна команда пентестеров, да, то есть мы, наши продукты регулярно проходят компанию на там доказательные пентесты, а вот целая как бы организация, да, со всего там мира, да, пытается нас сломать. Соответственно, мы не видим в этом ничего страшного, да, то есть количество найденных уязвимостей, оно очень небольшое. Вот, и, соответственно, мы, для нас это хороший опыт, в том числе и получить вот такое вот со стороны, да, вот всестороннее как бы исследование на проникновение. Поговорим еще об уязвимостях. Алексей, наверняка вы что-то добавите по поводу и целей участия, и вообще настроений ваших, настроений ЕКАСИРа по поводу тестирования с помощью киберучения, киберполигона. Да, на самом деле очень интересное мероприятие, колоссальное количество народу. Наши решения, которые сейчас на киберполигоне пытаются взломать, они обеспечивают цифровую трансформацию банков, и нам очень важно иметь достаточно защищенный уровень кибербезопасности этих решений. И мы считаем, что это хороший шанс проверить их на прочность. И то, что нас взломали, это уже, ну, на самом деле неплохо. Все вот эти вот уязвимости мы достаточно оперативно устраним и там внесем изменения. Это те уязвимости, которых вы раньше не выявляли до полигона, до киберучений. Ну, я не знаю, можно об этом говорить, да? Ну, наверное, можно, да. Одна... Но они не критические для нас, можно так сказать, связанные отчасти с установкой данных программ вот на стенды. А как до этого оценивали защищенность? Отвечайте.
Извините? Как до этого оценивали защищенность? Тут, коллеги, сразу хочу сказать, иногда мы будем друг друга переспрашивать, поскольку действительно мероприятие очень большое, очень громкое. Много событий происходит, и мы в эфирной студии не всегда хорошо слышим друг друга. Да. Но я могу ответить, что мы высоко оценим уровень нашей защищенности компании, в частности, потому что мы очень много сделали за последние годы для того, чтобы привести процесс разработки ПО в соответствии с стандартом. Но прежде всего это SDLC, то есть Security Developer Lifecycle. Соответственно, у нас за последнее время успешно прошла сертификация по стандарту PCI-SSF. Соответственно, эта сама сертификация проходила, там, по-моему, около 1,5 лет, то есть это сам по себе длительный процесс. И сейчас мы находимся на финальном этапе, документы доходят, соответственно, в Совете PCI-SSF на финальное одобрение. Второй момент – это процесс безопасной разработки. То есть это обязательное сканирование уязвимости, это обязательное код-ревью. Соответственно, это все у нас внедрено. Мы не выпускаем продукты, где содержатся уязвимости как в нашем коде, так и в библиотеках сторонних, которые мы используем. Соответственно, у нас очень высокие, ну, по нашему мнению, да, и по мнению аудиторов, довольно высокий уровень защищенности нашего программного обеспечения. И вот буквально недавно, в конце апреля, в начале мая, мы получили успешную сертификацию по оценочному уровню доверия 4. Слушайте, с этим можно поздравить явно. Да, спасибо большое. Добавите что-то? Да, с одной стороны, мы получаем сертификат и приводим наши процессы разработки в безопасной форме. С другой стороны, когда программное обеспечение внедряется в банке, а это программное обеспечение работает с клиентскими транзакциями, с финансами. Это очень важно, является, ну, на мой взгляд, критической инфраструктурой. И, ну, в процессе внедрения проводятся всякие кибер-испытания, которые, ну, позволяют судить о том, что можно внедрять или нельзя. Алексей, вы финтех-компания с 20-летним опытом. Соответственно, технологии и разработка, ну, это основная сфера деятельности для вас, насколько я понимаю, процессы тестирования на кибербезопасность, на уязвимости, они заложены в бизнес-процессах деятельности компании, да? Да, конечно, мы закладываем эти процессы при производстве программного обеспечения, так и нагрузочное тестирование, тестирование на взломы, тестирование на киберугрозы. Причем это делается как для коробочных версий, так уже и в рамках конечных внедрений в банке. Я уже говорила, что фестиваль наш открытый, поэтому мы стараемся и наши разговоры сделать интересными не только сообществу информационной безопасности, но и простым зрителям. А поэтому, наверное, хотела бы в том числе спросить о вас о безопасности платежей в целом. Какие здесь факторы нужно учитывать, в частности, нам, простым пользователям? Что, чего делать, чего не делать? Дайте какие-то советы практически. Да, соответственно, я могу ответить на этот вопрос, что безопасность платежей, она, так сказать, происходит в строго регулируемой области, да, то есть у нас есть регулятор, который просто не может позволить, чтобы этот процесс был небезопасный. Ну вот, поэтому с точки зрения обычного пользователя, обычного потребителя, наверное, можно давать только один совет, потому что платежи являются защищенными, об этом заботятся и специалисты по кибербезопасности, и архитекторы, но есть всегда момент социальной инженерии. То есть самый опасный момент в этом всем деле – это когда вас просят там, посетить какую-то страничку, которая является зараженной, соответственно, сообщить смс из кода или там, какими-то нетехническими, так сказать, методами, больше на эмоциях, да, у вас пытаются совершить некоторые действия, которые подрывают информационную безопасность. Поэтому более 90-95% случаев – это социальная инженерия. Поэтому самое, что такой совет, это просто-напросто с трезвой головой относиться к ситуациям, куда вы попадаете, так сказать, не по своей воле. Добавите. То есть обеспечивать финансовую гигиену. Есть, так скажем, айтишная гигиена пользователя, который работает за компьютером, да, не открывать письма с вредными вложениями и так далее. А есть финансовая гигиена, ну, для каждого человека, который имеет карточку, имеет другие способы платежа и платит вот в современном мире.
Ни для кого не секрет, что фишинг – это один из основных векторов атак, векторов проникновения злоумышленников в информационные системы любой, наверное, компании. И если вы посмотрите на сайте стендоффа разбивку тех недопустимых событий, которые уже были реализованы, вы увидите, что для многих из них банальный фишинг стал точкой входа. Во многих случаях, да, если мы уже не касаемся финансовых рисков, также является социальная инженерия, когда, например, вашему сотруднику может кто-то позвонить, сказать, слушай, пусти меня, пожалуйста, сейчас я админ, я тут введу какие-то пароли и прочее. Так что тут всячески поддерживаю такой подход. Ну, безопасность платежей – это комплексный процесс, он действительно связан не только с пользователями, но и важно нам всем уже, наверное, и профессионалам в том числе, понимать, какие системы, какие процессы наиболее уязвимы, что может быть мерчантам, тем компаниям, которые внедряют у себя онлайн-платежи, да, либо платежи безналичные платежи. Что таким компаниям нужно учитывать? На что обращать внимание? Ну, вы, наверное, да, имеете в виду, соответственно, что разные компании, да, там, имеют разный уровень рисков, да. То есть, словно говоря, да. У нас есть Центробанк, да, который напрямую не поставляет услуги для физических лиц, угу. Да. То есть, у него обладает безопасными каналами, наверное, такой максимальный уровень безопасности, который сложно каким-то образом преодолеть, да. Потом у нас есть, соответственно, цифровые банки, да, которые находятся без офисов, они только через мобильное приложение. Вот, соответственно, тут риски как бы совершенно другие. В основном это, как бы, как я уже ранее ответил, это фишинг, да, то есть это социальная инженерия, которая приводит к тому, что пользователь сам, по сути дела, легитимно переводит деньги, минуя систему защиты. Вот, плюс скоринг, да, то есть как бы момент скоринга, да, то есть насколько, откуда пришел платеж, какие-то выявлена ли аномалия, да, там все время было на небольшую сумму постоянно, тут вдруг большая с другой стороны, ну, то есть такой механизм, да, он позволяет сохранить деньги пользователю, да, ну, как бы средствами банка. Соответственно, с компанией, которая занимается эквайрингом, у них другие риски. Соответственно, это обеспечение торгового сервисных предприятий технической возможности для приема платежей. То есть тут возможен уже фрод на уровне недобросовестной организации. То есть кто-то подключил, соответственно, точку приема платежей и довольно там большие суммы, там, по сути дела, отмывает, обналичивает. То есть тут уже другого рода риска, опять же, который надо учитывать. Вот. Ну и традиционный банк – это, по сути дела, цифровой банк, вот, плюс развитая сеть для физиков, которые могут прийти там и услуги получить непосредственно. Тут, соответственно, уже появляется риск о том, что сотрудники банка, да, могут, соответственно, там, передавать аккаунты друг друга, либо, соответственно, слабая аутентификация, там, отсутствие второго метода аутентификации, соответственно, просмотр, там, что делает сотрудник банка через камеру. То есть тут такая уже больше, наверное, уже физическая безопасность у традиционного банка, ну, начинает выделяться. Юрий перечислил, по сути, те составляющие банка государства F, которые наши хакеры сейчас пытаются взломать. Собственно, да, вся банковская система нашего государства состоит из центрального банка, из механизма расчета, из традиционного розничного банка, из цифрового банка, да, и как раз того самого эквайринга, о которых вы говорили. Алексей, может быть, добавите, с точки зрения бизнеса, вашего, может быть, с точки зрения бизнеса клиентов этих банков, физических и юридических банков, что наиболее уязвимо, что хотелось бы посоветовать? Независимо от того, какого типа банковское учреждение, там, будь то центральный банк или традиционный банк, или банк, который не имеет офисов, а имеет некие цифровые офисы, есть на самом деле общий знаменатель под всей вот этой историей. И наиболее, так сказать, уязвимые бизнес-процессы, они ключевые для этих компаний. Там, для эквайрингового банка бизнес-процесс, который предоставляет услуги эквайринга мерчантам. Для традиционного это дистанционное банковское обслуживание. Там, для цифрового это тоже дистанционное банковское обслуживание. И, ну, важно защитить вот эти вот ключевые бизнес-процессы, обеспечить их безопасность. И в разной специфике кредитных учреждений эти бизнес-процессы немного разные, но то, что нужно защищать, это абсолютно точно. Спасибо вам большое. Собственно говоря, да, мы видим, что и в
в нашем полигоне. Да, каждый год, в каждое киберучение мы добавляем новые способы оплаты, например. Например, оплата по QR-коду. То, что мы уже тут все привыкли оплачивать, не знаю, чаевые, все что угодно. Это уязвимый процесс также. Это тоже важно, наверное, для ваших заказчиков. Но это новый. Ну, не новый, он достаточно давно уже, но это ключевой бизнес-процесс, критический, который нужно защищать, конечно. Наверное, хотелось бы поговорить о планах. О планах, может быть, подключения к киберполигону других ваших решений, может быть, других процессов, да, может быть, о попытках эмуляции некоторых новых бизнес-рисков. Что думаете? Ну, какие планы? На этот киберполигон... В этом году, в 23-м, мы вышли с тремя нашими решениями. Ну, надеюсь, если вы позовете нас в следующий год, мы расширим комплекс этих решений. И я думаю, достаточно интересное и важное решение – это банкоматное решение. У нас есть программное обеспечение, мультивендорное управляющее программное обеспечение для банкоматов, которое соединяет сеть разнородных устройств, по сути, под единым управлением. И будет интересно пощупать его на прочность. Мы очень хотели банкомат в этот раз, но решили, что мы начнем с других решений, более простых в интеграции, да. Это уже аппаратно-программный комплекс получается. Абсолютно, да. Да, у нас тут, кстати, посетители нашего павильона стендов знают, что у нас здесь стоит, например, платежная касса одной из розничных сетей. Банкоматы тут стоят только уже вскрытые и не ваши, не работающие не на вашем программном обеспечении, но это всегда очень хочется. Слушайте, в процессе подготовки к стендоффу мы с вами созванивались, а как раз хотели банкомат, а на что ваши коллеги в том числе сказали, вы знаете, современный банкомат практически невозможно взломать. Это, наверное, было новостью для многих из наших зрителей, которые привыкли считать, что ну, банкомат — это вот скиммеры, вот эти вот, вот все. Да, ну я могу сказать следующее, что у нас есть очень крупный банк, да, которому мы поставляем наше банкоматное решение, решение для банкоматов. Соответственно, я не могу его называть, да, мы под NDA находимся, но, соответственно, этот наш крупный клиент, он заказал пентест на проникновение для банкоматов. Вот, соответственно, команда, которая занималась попыткой, да, изъять деньги, она не справилась с этим делом, не были найдены уязвимости при условии, что у них был функционал, который есть у обычного пользователя. То есть можно было взаимодействовать только вот с терминалом, с экраном, нажимать кнопочки, ничего более. Вот. Но когда были изменены условия, то есть хакеры получили доступ к управляющему блоку, да, к программному обеспечению, не просто, да, но им удалось это сделать. Но я могу сказать, что это, наверное, такая нижнеспособная ситуация. Просто потому, что как только происходит нарушение целостности банкомата, любая из дверей открыта, получается, банкомат отправляет сигнал на управляющий софт, то есть сигнал принимается банком, соответственно, выезжает оперативная группа реагирования, и сам банкомат переходит в режим, ну, по сути дела, нерабочий. Вот. Поэтому это теоретически возможно сделать, но на практике вы быстрее дойдете приезда оперативной группы. Поэтому вот самый эффективный способ украсть деньги из банка – это как раз вот новости, которые буквально вчера-позавчера произошли. Это в Тамбове трое, там, сказать… Крепких ребят. Крепких ребят. Они просто-напросто физически за 2 минуты положили банкомат на тележку, увезли его, и спустя некоторое время в лесу он был уже обнаружен без денег. Так что, наверное, если отвечать на вопрос так, то да, действительно, взломать банкомат невозможно, но деньги украсть можно из него, но другими способами. И когда вводите пин-код, прикрывайте, да, ладошкой? Ну, пин-код, да, чтобы не подглядывали, кто бы ни стоял сзади. Хотя там зеркальце есть, и можно увидеть, там стоит кто-то, не стоит. А, то есть потом можно, если что, откатить, можно доказать, что это не я, да? Да. Там есть видеокамера, которая снимает процесс, и если это были не вы, служба безопасности банка может поднять эти материалы, посмотреть, сравнить с вами, увидеть, что это не вы, и посчитать транзакцию мошеннической. А, это, кстати, замечательно, потому что действительно все мы насмотрелись большое количество видео, как злоумышленник во тьме подбирается к банкомату, отправляет смс-ку, да, и банкомат начинает выплевывать ему деньги. Но это, видимо, действительно то, что было 10 лет назад. Ну, кто-то даже забывает назад деньги в купюроприемнике, уходит, подходит следующий, человек забирает их, это все фиксируется. Эти все инциденты абсолютно понятно, как расследовать.
хотела бы еще спросить, может быть, можете сейчас вспомнить какой-нибудь поучительный, интересный инцидент, который произошел ни в коем случае не у нас, да, может быть, в других компаниях, в других, может быть, за рубежом, все равно. То, что связано с безопасностью. Опять же, я пытаюсь сделать наши разговоры интересным как для безопасников, так и для обычных наших зрителей. Если вспомните что-нибудь, кстати, расскажите. Также хотелось бы поговорить о тех рисках, которые заложены. Вот мы сейчас периодически, я так показываю, да, потому что периодически у нас всплывают некоторые недопустимые события. Я не акцентирую сейчас на них внимание, потому что большая часть из них – это там, хищение персональных данных, утечка конфиденциальной информации, что очень неприятно для субъектов персональных данных, что очень неприятно для компаний, из которых это утекло. Но, тем не менее, мы видим это каждые 10-15 минут, такие взломы на нашем киберполигоне. Но, возвращаясь уже к хакам банковской сферы нашего государства F, может быть, прокомментируете, расскажете, какие риски мы вместе закладывали здесь, что тут хакеры могут хакнуть, что уже хакнули. Не ваше конкретное устройство, а уязвимости. Был вывод, был, например, было реализовано недопустимое событие, вывод средств с ранее украденной карты и перевод на другой счет. Возможно ли такое? Невозможно. Ну, не знаю, не могу сказать. Я знаю, конечно, вот если к теме банкоматов, да, возвращаться, там очень много попыток именно физически на него воздействовать. Ну, в частности, одно время очень популярная была система взлома. Она заключалась в следующем, что между управляющим программным обеспечением, банкоматом и ресайклером, это устройство, которое отвечает за выдачу денег, проложен кабель. И зная, какой марки конкретного банкомата, где этот кабель проложен, злоумышленники точечно выполняли просверливание, да, дырочку, соответственно, извлекали этот кабель, врезались в него, и удавалось им выдать команду на выдачу купюр. Вот. Но такие случаи, они, конечно, фиксируются. Да. Сейчас такой взлом невозможен, потому что идет инициация соединения от управляющего соединения к ресайклу, и врезавшись в него сейчас, команды управляющей на выдачу дать нельзя. Вот. Но как бы ничего не стоит на месте. Это соревнование, кто придумает что-то новое. Да, и как бы понятное дело, что каждый банкомат, каждая модель, она постоянно под атаками хакеров находится, да. Вот. Поэтому, если даже находятся какие-то методы взлома, то по результатам расследования инцидента делаются выводы и оперативно устраняются. Если я правильно понимаю, ЕКСИР является одним из пионеров, собственно, внедрения безопасного и программного, и аппаратного оборудования. Да. Ну да, да. Угу. Да. Ага. Да, я тоже проверяю, какие у нас происходят недопустимые события, что у нас происходит на нашем киберполигоне, что происходит в первую очередь с нашей банковской сферой. А хочу заметить, что, кстати, банковская сфера в условиях киберполигона показывает свою достаточно хорошую устойчивость. Не так много недопустимых событий, как могло бы произойти. Может быть, один из последних вопросов, которые хочу обсудить с вами. На предыдущем нашем эфире мы разговаривали с вузами и обсуждали проблему подготовки кадров в сфере кибербезопасности и не могли не затронуть тему, например, бумажной кибербезопасности и комплаенса. Как правило, эту тему никто не считает веселой, никто не считает интересной, никто не хочет обсуждать, с одной стороны. Но из того, что я слышу, в частности, Юрий, вы говорили, тот комплаенс, те требования регулятора, которые есть в нашей стране, они, собственно говоря, в существенной степени и позволяют нашей банковской системе, нашей системе платежей становиться по-настоящему безопасной и, может быть, одной из самых безопасных в мире. Роль комплаенса, роль регулятора в построении безопасной системы, безопасных платежей, безопасной экономики. Знаете, я могу, наверное, сказать, что вот тут, ну, многие-то там ругают Россию, да, как бы считают, что у нас что-то там плохо сделано. Но, наверное, нельзя даже близко сказать, что вот у нас плохая банковская сфера. То есть, вот даже наблюдая, да, каким образом у нас произошли изменения, то есть там, он говорит, 20 лет назад люди боялись держать деньги в банке просто потому, что были примеры, когда эти деньги просто-напросто там обесценивались, да. Вот, но было очень много
шагов предпринято по возвращению доверия населения именно к банковской сфере. Соответственно, регулятор, он делает вещи, которые, может быть, не очень сильно нравятся банкам. Да, ну, в частности, система из последнего, это система внедрения системы быстрых платежей. По сути дела, внедрение этой системы, она изменила бизнес-модель банков, и вариант, при котором банк бы жил на проценты от комиссии, да, от этих платежей, сейчас в России уже, по сути дела, не жизнеспособен. То есть такие, так сказать, методы, да, они могут быть не совсем приятны, потому что кто-то, соответственно, уже годами, да, на этой бизнес-модели живет. Вот. Но, с другой стороны, это выигрывает обычный пользователь, да, то есть мы сейчас там в рамках СБП до 100 тысяч рублей перевод совершенно спокойно осуществляется, без всякой комиссии, и заставляет банкам, соответственно, искать другие способы монетизации. То есть предлагает новые услуги, новые сервисы. То есть так бы они, условно говоря, как собака на сене сидели там, вот мои комиссии, да, никому не отдам. Соответственно, теперь этого нет. Вот сейчас следующая инициатива, да, которая так медленно, но верно приближается, это Open Banking. Вот. С помощью этой инициативы, соответственно, у банков, банки будут должны раскрывать информацию, которую раньше они обязаны были охранять по закону о банковской тайне. То есть, условно говоря, с введением open banking пользователь может с согласия, с явного своего согласия, он дать другой компании, третьей компании, которая конкурентная, лучший софт готовит, получить информацию о своем счете, например, или выполнить платеж. То есть регулятор делает большую работу, да, как бы, наверное, в плане как в карточном, да, банкомате, это вот, Россия, она является ведущей страной. Ну, даже, как бы, вот, пока у нас там Visa, MasterCard было, мы были одной из первых стран, где нововведение обкатывалось. Потому что, условно говоря, там Соединенные Штаты, Европа, они консервативные. Они, люди просто там не готовы какие-то дела. И вот просто там путешествие по Европе, видя ситуацию, когда кто-то не принимает карты, вот это нормальным считается. Или когда я прихожу, а мне получат наличные столько, то карта плюс 5 евро цена, потому что банковскую комиссию покрыть. Ну, то есть как бы в России сейчас, я даже не могу представить, у меня вот, как бы, когда я готовился к командировке в Москву, да, для этой конференции, я там впервые за полгода достал кошелек свой. Ну, то есть я уже не забыл, как деньги выглядят наличные. Ну, собственно говоря, очень большую работу проделывает наш Центробанк, наши регуляторы, в том числе и обеспечение банкоматов. Тут это не исключение. Да, спасибо вам большое. Да. Юрий привел много конкретных примеров, но если в целом подводить итог по этому вопросу, то можно так сказать, что уровень финансовых технологий в России находится на очень высоком уровне, прямо в отрыве от всех остальных стран, это абсолютно точно. И несмотря на события, которые прошли в феврале 2022 года, уровень финтеха, качество предоставляемых услуг, он не изменился, он стал еще выше, несмотря на то, что все ключевые вендоры отвернулись от нас. Мы продолжаем, наша банковская система продолжает предоставлять качественные финансовые услуги клиентам, разнообразные, которые отличаются от тех, которые есть за рубежом, удобные, понятные, но это реально цифровая трансформация, несмотря на все, что происходит вокруг. Спасибо вам большое, коллеги. Заканчиваем наш эфир. Спасибо, что пришли. У нас в гостях были представители, ведущие представители компании Якасир. Это крупнейший финтех на нашем рынке. Алексей Зотов, генеральный директор Якасир. Юрий Кордюков, руководитель направления Identity и Open API. Правильно запомнила. И, пожалуйста, приходите в парк Горького на Positive Hack Days. Смотрите, учитесь и будьте внимательны. Спасибо. Спасибо.